Вплоть до завершения этого отопительного сезона, то есть до 30 апреля, тариф на отопление Daugavpils Siltumtekli останется неизменным и составит 42 евро 56 центов за мегаватт-час. Это самый низкий показатель среди больших городов Латвии, включая и Ригу, и второй самый низкий с учетом прочих городов страны. Средняя стоимость отопления одного квадратного метра жилой площади составила в январе этого года 1 евро 24 цента. Ситуация с задолженностями по счетам за отопление в Daugavpils остается стабильной, даже несмотря на условия пандемии, хотя свои коррективы могут внести данные за январь этого года, который оказался очень холодным. На начало 2021 года общий долг населения и юридических лиц составил 2 миллиона 457 тысяч евро, с ростом по сравнению с декабрем прошлого года всего на 2,5%. Предприятие Daugavpils Siltumtekli надеется, что возобновление очного приема, который стал доступен с 17 января по предварительной записи, также позитивно скажется на выплатах по задолженностям. Прием клиентов проводится в офисном помещении теплосетей по адресу улица 18 Новембра 4 по рабочим дням. Телефон для записи на прием 654-07-549. В офисе клиенты могут доплатить лишь часть счета или долга, планируя выплаты на будущее. Daugavpils Siltumtekli просит посетителей использовать защитные маски и приходить строго в назначенное время, а не заранее, что особенно актуально ввиду сильных морозов. Облегчить оплату счетов призваны и последние изменения в обязывающих правила городской думы, которые предусматривают единоразовую выплату пособия для погашения отопительных счетов и приобретения дров для малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей. Эта поддержка никак не повлияет на другие регулярные пособия для данных категорий горожан. Низкие температуры негативно сказываются на обслуживании теплосети города, однако Daugavpils Siltumtekli оперативно реагирует на все аварийные вызовы. Телефон для связи с аварийной службой 654-76100. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.